наплыв детей очень большой. Ребята ходят, посещают библиотеку очень активно по той причине, что появились новые книги, новые игры, что их привлекает, да. Ну и, конечно же, само помещение очень, очень комфортно стало, уютно, тепло, светло, красиво. Мы проводим много различных мероприятий на различные темы, да, это как и библиотечные уроки, экскурсии, дальше много тематических часов, посвященных там различным памятным датам. Мы знакомим детей, взрослых с творчеством писателей, поэтому...